Меня зовут Лукьяна, кто тут новый. Мы сегодня будем делать проект со Scratch. Нужно создать новый проект и удалить все спрайты. Так, мы будем сегодня делать как будто защиту острова, такую игру. Начнем с того, что нарисуем все спрайты. Сначала создадим первый спрайт. Это будет наша пушка. Нам нужно выбрать какой-то цвет для нее. Я выберу такой темно-фиолетовый. И квадрат выберем. Контур отключаем и где-то вот так рисуем. На центр нам нужно дать, потому что если не будет на центре, будет очень криво. Потом у нас есть такой изменить формы вот тут. И будем мы изменить на более круглую, чтобы выглядело более на пушку. Вот так. И вот так. Вот так. Потом рисуем второй спрайт. Это будет спрайт, как будто вещь, которая будет держать нашу пушку. Где-то коричневый. Вот так. И рисуем одну палку. И Ctrl-C копируем ее и сюда вторую. А потом берем мы немного ее под углом, вторую тоже. Потом рисуем еще третью между ними вот так. И еще рисуем немного другим цветом. Тут кола. Вот так. Потом все с зажатым Shift выделяем и пересылаем на центр. Переназовем уже наши спрайты уже сразу на канон. Тут пусть будет спрайт 2. Потом мы рисуем третий спрайт. Это будет наш снаряд. Рисуем кулю. Можно того же цвета, что и была наша пушка. Вот так. И ставим, как всегда, на центр. Так, все успевают или кто-то не успевает? Да, какой вопрос? Я не успеваю. Хорошо, я немного подожду. Тогда мы приступим рисовать нашу сцену, потому что это немного будет долго. И ты успеешь доделать все спрайты. Так, сначала мы выбираем желтый такой для песка. Это вот так. И рисуем снизу квадрат. И берем изменить форму. И сделаем как будто
островок, вот так. А тут будет море. Все знают, как пользоваться этим инструментом, или нужно объяснить? Если никто не задает вопрос, тогда все знают. Хорошо. Я не знаю. Ну тогда смотри. Вот этот инструмент изменить форме. Например, у нас есть квадрат. И ты можешь как угодно изменить за край, двигать. И тем, что нажмешь на вот эту синюю линию, появится еще один край. И можно будет им двигать как угодно. Все понятно? А тогда можете трохи подождать? Да, я немного буду медленнее. Потом нарисуем еще. Можно зеленый взять. Вот так. Создать еще второй квадрат. Вот тут. И тоже взять, изменить формы. Изменить на под остров. Вот так. Вот тут будет у нас песок, тут уже будет остров. Потом мы рисуем еще один спрайт. Наше море. Берем квадрат и какой угодно синий. Я возьму вот такой голубой. И потом вот так подправляем, как вам нужно. Я поставлю вот так. Потому что мы сейчас еще сделаем. Можно уже сразу сейчас сделать код. Когда флажок нажат, установить эффект. Прозрачность и 30. Это будет значить, что когда флажок нажат, у нас будет как будто океан или море. И потом можно вот так вот корректировать и взять блок, перейти в x70, y21. Это у меня. Вы можете изменить, как вам удобно и как вы хотите. Так, следующий спрайт нарисуем замок. Нам нужно будет серый. И рисуем вверх. Уже один. И будет стена такая. Будет он стоять вот так. И можно тоже тут нарисовать, например, включить контур на 2. Новый квадрат, включить контур на 2, например, и тут нарисовать. А Лукьян, как вы сделали, что море будет прозрачное? Смотри, идешь на спрайт море, идешь в код, и в внешнем виде есть такой блок «Установить эффект». И потом выбираешь прозрачность и 30. Когда флажок нажат, установит эффект. Понятно? Лукьян, я вижу, что у нас есть тоже вопросик. Ручка была поднята. Екатерина, у вас вопрос? Да, я не видел. Да, это нормально. Я хотела просто спросить тоже. Я не увидела, как надо... Хорошо, еще раз показать, и уже нормально все. Уже видела. Да, хорошо, супер. Так, тогда будем продолжать. Нарисуем вот тут наш замок.
А какие там в коду было координаты? Координаты какие хочешь? Какие хочешь? Да, потому что у меня, например, будет вот этот песок немного ниже, я поставлю море ниже, и ты, например, хочешь выше, и ты поставишь выше. А мне треба выбрать теперь ты в X, Y? Да. Вот замок, и можем нарисовать, как будто он каменный, вот так взять на 4. А почему он у меня не работает? Что не работает? У меня не работает это. Нужно флажок нажать. Ну, у меня, да, у меня есть. Ну, сейчас я посмотрю. Доделаем вот этот спрайт. И я посмотрю. Хорошо? Так, все успевают дорисовать замок? Окей, давайте я сейчас посмотрю на то, что вы запомнили, как выглядит. Можете нарисовать, как хотите, просто чтобы был замок. И сюда мы поставим нашу пушку. Хорошо? Так, Устина, у тебя там не работал код. Покажи, пожалуйста, экран. Да. Вот. Так, еще не видно. Видно? Да, потому что у тебя прозрачность 0. А почему? Нужно написать 30. 30, да. И запустить вы. Вот, супер. И еще зайди на море свое и костюмы. Костюм, да. Не-не-не, костюм, море. Море. Да. Вот и костюм. У тебя включен контур на море. Или ты не хочешь. Если ты не хочешь контур, возьми мышку, кликни на море. Mm-hmm. Это ты круг создал. Да, на море. И видишь контур? Возле заливка есть контур в левом верху. Еще. Не-не-не-не, выше. Вот контур, да. Выбирать. И там есть крестик. Не-не-не-не, крестик. Вот. И все, у тебя не будет контур. Ага. Хорошо? Да. Еще какой-то вопрос? Нет. Супер. Да, Николас. Николай, какой у тебя вопрос? А надо именно свой фон придумать или можно... Сейчас скажу. Или можно что-нибудь свое придумывать? Или надо именно так на образце?
Фон, можешь что-то свое, просто я пример показываю. Если ты, например, хочешь просто остров, можешь поставить просто остров. А, то есть можно использовать фоны, которые в Scratch сами, да? Ну да, можно. Ну можно, но просто мы тут еще будем лодку рисовать, а в Scratch мне... Я не помню, если там есть какое-то море. Так, рисуем замок. И потом, кто закончил замок, рисуем корабль. Корабль рисуем одинаковым принципом, как все. Берем квадрат, делаем коричневый, вот такой, например. Отключаем контур. Примерно вот такой квадрат пусть будет. И берем изменить. Берем наш изменить форму. И просто делаем с квадрата корабль. Вот так. Потом рисуем ему мачту. Алло, простите, у меня интернет. Вот. Так, мы закончили на том, что делали лодку. И вот тут окна. Теперь нарисуем наш флаг лодки. Флаг рисуется то же самое. Берем какой-то цвет.
какой мы хотим. Вот такой синий, например. И берем, рисуем вот тут квадрат без контура. Берем квадрат, рисуем тут квадрат, ну, прямоугольник. Ставим там, где мы хотим, и берем изменить форму. Вот тут, например, делаем так, и вот так, и тут же делаем одинаковую вещь. И вот теперь выглядит как флаг. Можно немного наклонить. И взять белый и что-то там нарисовать. Один включу. И вот это прапор пиратов. Вот так. Я тут немного изменю на более такой коричневый. Если кто-то хочет, может еще нарисовать паруса, если будет хотеть. И теперь можем нарисовать пиратов. Возьмем такой бело-желтый и где-то на 5. Вот тут будет один пират. Тут будет, например, второй и третий. Так, нарисуем им еще руки. Так, можно еще вот дублировать костюм. Тут, например, пусть у него руки вверх будут, тут руки вниз, а тут руки вверх. А на втором костюме будет руки вниз, тут вверх, а тут вниз. И будет такая небольшая анимация. И еще тоже можно нарисовать им еще немного лица. Вот так. Глаз. И рот. Хорошо. Так, все с лодкой закончили. Да, поднимите руку, кто еще не до конца закончил. Лучше в зуме будет. Ага, хорошо. Тогда заканчивайте лодку. Я посмотрю на другие проекты, кто там сделал. Например, Николай, можешь показать свой проект? Еще нет. Ну, просто я посмотреть, что ты сделала. Ладно. Чтобы сказать, если ты правильно или нет. Я еще ничего пока не сделал. Я только вон сцены выбрал, ну, эти самые фоны выбрал и персонажи. И все. А пушка где у тебя? Какая? Нам нужно было создать пушку. Ну, я тебе сейчас покажу. Так, можешь остановить, пожалуйста, демонстрацию? Кот, покажи, пожалуйста, свой экран.
Алло, кот, ты нас слышишь? Ну тогда сейчас перейдем на Диму. Дима, покажи свой экран, пожалуйста. Дима, можешь показать, пожалуйста, свой экран? Так, Егор, покажи свой, пожалуйста, экран. Я просто с первого спрайта делаю. У меня интернет был плохой. Лукьян, наверное, опять вылетел. Подождем. Он еще нету здесь. Может быть, у него интернет плохой. Да, у него реально плохой интернет. Я совершенно вылетел уже второй раз. Да. Ну, у меня тоже был плохой интернет сейчас. У всех у нас когда-то был плохой интернет. Ну, давайте, пока мы ждем Лукьяна, поговорим, кто из какого города. Аминь. Пушку надо было сделать, я сделал пушку. Пушку надо было сделать, но у нас Лукьян вылетел пока что. У него некие проблемы с интернетом. Ясно. Ладно, пока все остальное сделаю. Была 6, а стало 5. Ну, 7 с Лукьяном. Пока 5. Блин, я пушку сделал вместо того, чтобы это сделать на персонажа, я сделал это на фон. Ну, ты можешь там скопировать, можешь переносить же. Ну да. Поэтому это не роковая ошибка. Да, самая роковая — это не сделать аккаунт и ничего не сохранить. Да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте все-таки пока ждем, поговорим. Давайте. Как дела? Давайте, хотите, я вам загадку загадаю? Давайте. Давай. Значит, крошу нельзя скушать. Логично, лампочка. Ну, еще, может быть, боксерская груша. Ну, да. Кто еще знает какие-то загадки? Говорите, не стесняйтесь. Я пару пока знаю. Ну, рассказывайте. Ладно. Хорошо. Анастасия. Ну, как я понимаю, загадок особо, в принципе. Никто не хочет рассказывать. Допустим, поговорим, кто из какого города. Я вот, например, сейчас живу в Турции. Турция? В Латвии. Возьму урок. Я понимаю, что это странно. Я в Латвии живу. И как? Ну как, масочный режим? Ну, по всему миру. Я в Швеции у Стокгольма. Я в Украине, в Днепре. Нас недавно перевели вообще в красную зону. Теперь без сертификата о прививке никакой магазин зайти, кроме продуктового. У нас тоже. Но мне, как ребенку до 13 или 12 лет, можно без сертификата везде ходить. А тебе сколько лет? 11. Ну, ровесники. Хотите? Давайте я включу камеру. Что? Давай. Сейчас. У меня родители только уедут. Могу анекдот рассказать еще? Да. Ну, прибегаю. Вот вечер уже. И как бы к стоматологу прибегает девушка и говорит: вырвите зубы, ну, пожалуйста, ну, вырвите. Он такой: ну, я уже пьяный. Типа, уже время. Она такая: ну, вырвите, ну, пожалуйста, ну, очень болит. Он это такой: я ладно. Знаю, это шутка, я знаю, 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 знаю. Знаете, знаю, я так скажу, не все ее знают. Он такой: садитесь, это под вашу ответственность. Получается, ну, все, вырывает, она убегает, на следующий день приходит мужчина и спрашивает: это вы вчера женщину тут вырывали? А доктор такой: да, я, а что? А мужчина: прекрасно, замечательно, вот вам $1000, вот вам ключи от моей машины. Такой стоматолог в шоке спрашивает: а почему это все? Почему это? И мужчина отвечает: это вчера моя теща была. Вы ей вместо зуба язык вырвали. Вырвали. Да. Я еще знаю эти самые... Короче, похитили инопланетяне... американца, китайца и русского. Американца посадили в квадратную, китайца в треугольную,
русского это круглого. Французов треугольный. Ну да, да, да. А русского в круглую. Да, да, да. Простите, пожалуйста, у меня интернет отключили на и не хотел подключаться. Так, сейчас должно все работать уже. Каждого бывает. Да-да-да. Все сделали уже все, да? Ага. Тогда будем продолжать. Нам нужно последний спрайт, и тут просто текст написать. Game over. Например, вот такой красный. И пишем. И все. Со спрайтом мы закончили. И переходим на наш первый спрайт. Это будет вот спрайт 2. Идем в код. И тут только... И тут не много кода. Это просто когда флажок нажат. Перейти в ту позицию, которую мы хотим. Например, вот тут. Когда флажок нажат, перейти в это. У меня будет x минус 142 минус 42. У вас будет какая-то другая позиция, потому что вы, наверное, это нарисовали немного по-другому. Потом нам нужно будет перейти на задний слой. И... нет, нам нужно перейти на передний слой, когда флажок нажат. Позицию вот так. И перейти на передний слой. Потом спрайт 3. Уже мы сделали. Потом наш замок. У нас будет вот так. Значит, когда флажок нажат, нам нужно перейти на передний. Можешь немного объяснить? Я немного не понимаю. Хорошо, смотри. Вот это, когда флажок нажат, это мы начинаем просто. Потом перейти в x минус 42, у тебя будет немного другие координаты. У меня минус 42, потому что у меня вот тут замок стоит, и он автоматически будет туда переходить. И перейти на передний слой, это проверять, что будет на спереди, что сзади. Например, вот тут у меня передний слой, а вот тут у меня тоже передний слой. Но это уже будет... Один раз будет вот это на переднем, а второй раз будет вот это на переднем. А в канон будет на задний слой. Значит, вот это будет первее, неж наш канон. Вот так будет. Я не знаю, как точно объяснить. Но смотри. У нас сейчас канон на заднем слое, а то, что держит, на переднем слое. И это означает, что спрайт 2 будет перекрывать канон. Вот так. Хорошо. Так, потом переходим на канон сам. Тут. Что делать с геймовер, чтобы он спрятался? А, геймовер, смотри, идешь на спрайт геймовер. И просто тут есть показаться или спрятаться. Хорошо. Так, тут сейчас мы на спрайте канон. И нам нужно, когда флажок нажат, перейти мы, например, вот сюда.
И потом уже берем наш код. Потому что тогда нам не нужно будет смотреть сюда и переписывать, а оно автоматически за нас уже перепишет. Потом повторять всегда. И повернуться к задней мыши. Это будет делать что? Он будет вот так крутиться. Но сейчас мы сделаем ограничение, чтобы он не крутился вот так, а только вниз и вверх. Сейчас мы будем делать это ограничение, и потом нам нужно проверку. Опять вылетели. Лукьян не вылетел, но очень близок к этому. У него просто подвисло пока что. Ну, хотя бы не вылетел, уже повезло. Ну да. Не понял. А вот сейчас он реально вылетел. Да. Да, обидно, что он вылетел. Страшную историю или страшный анекдот? Как может быть страшный анекдот, скажи мне. Ну, слушай, значит, переехала семья в новую квартиру, и там к стене прибита была кукла гвоздями. Отец попытался отодрать, не смог. И легла девочка спать с куклой на стене. Прибитой куклы на стене. На стену залезла? А, кукла такая ночью открывает глазки, такая... осматривается и говорит: «Дай мне чего-нибудь красного, дай мне чего-нибудь красного!» Девочка полежала, полежала, потом пошла на кухню, надрезала себе палец, взяла на ложку крови и дала кукле. Так прошло 6 дней. Девочка начала худеть и стала более бледной. И на 7-й день она делает ту же самую процедуру. Получается, кукла попила крови и говорит девочке: «А у вас, слушай, нормально, у вас вообще в доме варенья нету?» У меня сегодня как-то очень плохой интернет. Давайте сегодня мы закончим вот этот наш канон и будем заканчивать занятие, потому что, мне кажется, это будет невозможно что-то сделать с таким интернетом. Так, мы доделали, что повернуться в направлении 20, для того, чтобы он не мог крутиться полностью, и вот тут будет останавливаться. Потом мы дублируем вот этот блок, и тут место меньше 20. Мы ставим больше 110 градусов. Повернуться тоже на 110. Значит, теперь вот тут он уже не будет повертаться, и вот тут это максимум. Тут немного можно больше сделать. Вот, а я чуть-чуть другую пушку сделал. Могу показать. Да, сейчас посмотрю. Вот. Я код, конечно, не сделал, но зато сделал. Ну, код мы уже будем доделать на следующем занятии, все, потому что интернет очень плохой у меня сегодня, постоянно отключается и отключается. Ну, можно поговорить. Так, тогда... Я чуть-чуть пушку другую сделал. На этом мы сегодня будем заканчивать. Я еще посмотрю на проекты. И будем заканчивать. На следующем занятии в
субботу, наверное, будет. Я немного перенесу, потому что я в воскресенье не очень успеваю. Будет следующее занятие по скретчу. Так, кто хотел показать свой проект? Николай, включи, тогда можешь, пожалуйста, включить экран? Я сделал все-таки эту пушку. Да, она чуть-чуть... Стоп, ей... еще не видно. Вот, супер, молодец. А для чего ты сделал разные костюмы? Ну, типа, она поворачивается вниз, вверх, и если... Костюмы ну... можно сделать, чтобы оно поворачивалось вниз, вверх, без костюма. Ну... Да, но иногда же я хочу, чтобы она меняла расположение, ну, в начале игры, чтобы она меняла расположение, а не одно и то же. Вот такое вот. Не одно и то же, вот такое вот, а разное, например, так, так или так. Ну, в ковре можно просто за указателем мыши, и будет более удобно. Так нужно будет постоянно проверять, если там, если там. А тут просто можно указать. И если ядро, нужно сделать отдельный спрайт. Вот. Это обыкновенный... Спрайт. А? Отдельным спрайтом нужно сделать. Потому что, смотри, ты когда будешь стрелять, у тебя будто пушка пропадет, и будто ты пушкой будешь стрелять. Пушка будет. Не, ну это я чуть-чуть попозже сделаю, что это... Создай новый спрайт и там нарисуй. Окей. Я думаю. Да, еще кто-то хочет показать свой проект. Если нет, тогда спасибо, что пришли на занятия. Простите, что был такой плохой интернет. И на следующих занятиях мы будем продолжать и дать.